Здравствуйте, друзья! Рада вас видеть на канале греческой кухни. Сегодня приготовим пепераки. Пепери – это перец, пепераки – это маленькие перчики. Мы их сделаем маринованными. Чтобы приготовить пепераки, надо собрать маленькие перчики. Если у вас нет огорода, вы можете заказать на рынке или как у вас там в ваших краях, я не знаю. Я собрала где-то 2 килограмма, и я их помыла, и ножом порезала стебель, если правильно я говорю. Я знаю 2 способа приготовления этих перчиков. Сегодня я вам покажу один из них, а в следующий раз покажу второй. Итак, в одну кастрюлю глубокую наливаю 2 чашки масла и 2 чашки винного уксуса. Подогреваю все это. Эта жидкость будет готова, когда увидим, что снизу уксус уже начинает кипеть. Бросаю туда перчики одним слоем и оставляю их максимум 1,5 минуты, не больше. Они немножко цвет поменяют, и надо уже их снимать. Сняла я первую партию и продолжаю со второй. Забыла сказать, что перчики я ничем не протыкаю. Итак, перчики готовы. Теперь уже надо их разложить в глиняную или в стеклянную посуду. На дно я ставлю одним слоем перец, потом я их посолю, потом поставлю чеснок, ну, крупно порезанный чеснок. Тем, кому нравится поострее закуска, вы можете мелко порезать острый перец и добавить. А я предпочитаю острый перец в хлопья. Оно это высушенное и через миксер раздробленный. Я предпочитаю больше всего такое. И продолжаем уже на второй ряд. Перчики, потом посолить, потом чеснок, острый перец и так далее. Когда уже выложили все перчики, сверху наливаем то масло с уксусом, который мы приготовили перчики. Заливаем доверху и оставляем, чтобы остыло. Перчики, чтобы остыли в посуду. И потом мы их ставим в холодильник. Хорошо бы оставить в холодильник на 2 дня, и потом уже можно их покушать. Ну и на следующий день, если попробуете, они тоже, можно сказать, они готовы. Забыла сказать, что надо прикрыть перчики чем-то, чтобы они были внутри масла. Вот такая вкусная закуска из перчиков, очень быстрая, очень вкусная, попробуйте, вам понравится. Я с вами прощаюсь до следующего видео, целую, обнимаю крепко, пока!